сегодня на складе. Ну, кроме того, что пришли всякие веревки, даже не знаю, для чего. Но кто-то заказывает из клиентов фонд на бобине, какие-то всякие тросы. А он заказ пербиков. Клиенту от коробочки это 400%, 28 сантиметровые. И вот здесь фигурки разные. У них, например, двигаются руки, ноги, руки, голова в разных плоскостях. Все аккуратные, без всяких швов, клеев и все такое. В общем, целые, не сломанные. Такие разные фигурки. Жирный Бэтмен. Какие-то футбольные, там, Дэдпул. Вон обычный Бэтмен под Найк. Другой Найк. Капитан Америка, Железный Человек. Железный Человек самый дорогой. В общем, разные пербики. До этого кассы отправляли. А вот сейчас дошло. Еще будет видео, надеюсь, по 70 сантиметрам, 1000%. Будет интереснее, чем такие маленькие.